из Китая. Сейчас пройдемся чуть-чуть по такому маленькому райончику. Здесь как рынок, что-то вроде того. Вот вечером все светится, очень красиво. Это для того, вот эти вот большие такие молоты, это для того, чтобы дробить сладости, такие вроде орехов. Я вам сейчас покажу. Здесь их продают очень много, они похожи, есть на халву с арахисом, короче, с маком, разными вообще орешками. Тут можно попробовать. Вкусненько. Такое еще попробуем. Да, сладкое такое, как с карамелью. Здесь есть еще такая машина. Она нарезает тоненькими такими ломтиками сладости. Вообще сладости в Китае очень своеобразные. Много есть вот такие вот жареные, например. Есть такие тягучие с кунжутом. Мы пробовали. В принципе, можно найти что-то сладкое, что-то для себя. Вот такие вот как сувенирные штуки. Но в основном, если вы хотите шоколада, то здесь его нет. Правда, есть, может быть, и некоторые конфеты, такие как у нас, распространены, но они очень дорогие. Вот, не знаю, здесь какие-то специи, что-то такое. Тоже с арахисом. Не знаю, очень острая в основном вообще еда. Очень популярная также. Здесь есть морепродукты, вы видите разные. Мясо, точно так же может быть лук, разные вообще корни, там корнеплоды, овощи, морепродукты. Это все жарится вот так вот, как на гриле. И они посыпают таким вообще неимоверным количеством разных специй, соусов. Это все очень острое, я не знаю. Мы, конечно, пробуем такое есть, но есть очень трудно. Я не знаю, что я попробовала, но очень остро. Вот здесь такой какой-то парень интересный. Все, буду с вами прощаться. Пойду еще посмотрю, что здесь есть. Может, что-то прикуплю. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Чайный инсайт. Жизнь Китая. Пока.